Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Прибор, о котором мы поговорим сегодня, ломает устоявшееся представление о погодных станциях. Он стильный, многофункциональный и имеет ряд очень полезных особенностей. У него большой экран, а для управления режимами в комплект входит дистанционный пульт. Устройство имеет множество настраиваемых параметров и режимов. В довершение всего это еще цифровая фоторамка. Согласитесь, набор весьма интересный и, я бы даже сказал, интригующий. Поэтому не станем мешкать и познакомимся с этим весьма необычным прибором – погодной станцией TFA Viewer. Внешне все как всегда на уровне. Отличная и удобная коробка-чемоданчик, в которой находится станция с комплектующими элементами. Все аккуратно уложено, в комплекте поставки, кроме самой станции и внешнего радиодатчика температуры и влажности, входит пульт дистанционного управления, стойка, сетевой адаптер питания и батарейки. Внешний вид станции достаточно эффектен. Черная глянцевая панель обрамляет большой 7-дюймовый LED-экран, под которым расположен инфракрасный порт. Сзади корпус станции черный матовый, тут мы видим 7 кнопок управления, USB-порт, отсек картридера и разъем для штекера питания. Станция может быть установлена на столе или расположена на стене, для чего на ее задней панели имеются специальные отверстия и пазы для фиксации стойки. Питание прибора осуществляется исключительно с помощью адаптера питания. Учитывая особенности технологий, экран станции не нуждается в подсветке и отлично виден как и при ярком свете, так и в темноте. В меню станции предусмотрена настройка его яркости, контраста и насыщенности. Надо сказать, что углы обзора экрана хорошие, а благодаря большому размеру и разрешению 800 на 480 точек считывать информацию с него очень комфортно. На некоторое время отвлечемся от станции и обратимся к другим элементам, входящим в комплект. Термогидродатчик, работающий на частоте 868 МГц, имеет радиус действия около 30 метров. Для его питания используются две батарейки типа 3A. Отсек элементов питания закрывается надежно, а крышка фиксируется двумя винтиками. Внутри отсека находится кнопка перезагрузки датчика, а также кнопки переключения каналов связи и стандартов отображения температуры – Цельсий либо Фаренгейт. Корпус датчика светлый, матовый, имеет прямоугольную форму. Спереди на датчике виден светодиодный индикатор состояния и миниатюрный жидкокристаллический экран с диагональю в 1 дюйм. На нем отображаются значения температуры и влажности, измеряемые датчиком. Сзади корпуса имеется отверстие для расположения датчика на стене. Кроме этого, снизу находится стойка, упор для установки датчика на горизонтальной поверхности. К станции можно подключить от 1 до 3 таких датчиков. Причем имеется возможность отображать получаемые данные как с одного из датчиков, так и по очереди с каждого из них. Управление станцией можно осуществлять как кнопками, расположенными на ней, так и с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления. Пультик очень легкий и маленький. Для его питания используется элемент типа CR2025, входящий в комплект поставки. С помощью 16 сенсорных кнопок пульта управление станцией осуществляется очень легко. Процесс работы с настройками интуитивно понятен, и его освоение не займет у вас много времени. Вернемся вновь к самой станции и рассмотрим данные, отображаемые на ее экране, а также режим ее работы. Дисплей станции может работать в следующих режимах: фото, погода, фото и погода, календарь. Плюс к этому служебный режим с настройками станции. Коротко рассмотрим каждый из них. Режим фото. В данном случае прибор работает как обычная цифровая фоторамка, считывая фотографии в формате JPG с внешней карты типа SD либо MMC объемом до 32 ГБ. Фото отображаются статично либо в режиме слайд-шоу. Параметры показа фотографии в автоматическом режиме следующие. Смена фото каждые 3
5 либо 15 секунд, или же раз в одну 15 или 60 минут. Имеется 13 эффектов при смене фото. Установка случайной либо специальной последовательности показа фотографий. Также возможно масштабирование и поворот изображения. Режим погода. Режим, в котором максимально полно видны текущие данные о погоде и ее прогноз. Кроме большой пиктограммы прогноза, отображаются сведения о температуре и влажности внутри и снаружи помещения, данные об атмосферном давлении, а также тенденции их изменения. Вверху экрана видны текущая дата, время и фаза Луны. Также станция показывает индекс жары и точку образования росы. Комбинированный фотопогодный режим. В данном случае значительная часть экрана отводится под фото, а в оставшейся области видно время, пиктограмма прогноза погоды и данные о температуре и влажности внутри и снаружи помещения. Режим календаря. В данном случае центральная часть занимает календарь на текущий месяц и часы, а нижняя правая часть отведена под фото. В отличие от двух предыдущих режимов, в данном случае отображается не только пиктограмма включения будильника, но и время его установки. Станция прогнозирует такие погодные условия, как ясно, переменная облачность, облачно, дождь, гроза. Для получения достаточно точного прогноза вначале станцию необходимо настроить. Этот процесс очень нагляден и прост. Войдите в режим настроек станции. В разделе прогноза погоды установите ее текущее состояние, выбрав один из пяти предложенных вариантов. Вот и все, настройка завершена. Степень достоверности прогноза погоды примерно 70%, и он рассчитан примерно на 6 часов вперед. С целью энергосбережения у станции предусмотрены два периода автоматического отключения экрана. Например, ночью или в период вашего отсутствия дома в дневное время. Еще одна приятная мелочь. Станция может отображать давление в привычных для нас миллиметрах ртутного столба, что делают далеко не все метеоприборы. Сегодня мы познакомились с очень интересным и необычным прибором, вобравшим в себя множество современных технологий. Станция отлично вписывается в современный интерьер. Сочетание ее функций и качество изготовления не оставят вас равнодушными. Фактически, вы получаете в одном устройстве три – отличную цифровую фоторамку, настольный календарь и высококлассную современную метеостанцию. Наличие пульта дистанционного управления делает работу со станцией особенно комфортной. Вам даже не придется прикасаться к ней. Учитывая все вышесказанное, ТФА Vue станет идеальным подарком для ваших родственников или друзей, если вы подарите ее с картой, содержащей милые к сердцу фотографии. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.